Всем привет! На моем канале NanoLife. И сегодня я продолжаю видеодневник свой. И хочу снять, как начинается уборка ночную. Мирового рабства. В предыдущем видео я показывал днем, когда начинали косить, какая была чистота рабства на обкосе. Ну, хочу сказать, в центре ничем не лучше. 50% лебеды, 50% рабса. Да, мне кажется, лебеды чуть больше. Потому что когда выгружаем, прям зеленая масса идет. Не черная, не рабщинки, а прям лебеда высыпается, семечки, семена. Хотели косить сегодня до 11 часов, но звонили стока зернового с сортировкой. Не справляется, залипают трешоты у нее. И поэтому сейчас вот докашиваем. Придет вам небольших прицепа, два вельгера, два 10-тонника. Докашиваем и сматываемся с поля. Вот у меня, кстати, уже загорело 75% бункера, то что полных. Я думаю, сейчас до конца обкоса пройду и все. И будем сворачиваться. Ну, хочу сказать, что яровой раб очень отличается под зиму, когда мы начинали только уборочную. Яровой раб косится гораздо хуже. Но стебель у него тоньше, чем у озимого. Но из-за того, что он грязнее, ниже, очень часто набивается земля. До сегодня об камень сломал палец на режущем аппарате себе. Меняли мне, привозили. По каким-то обстоятельствам оказалось то, что пальцы, которые стоят на насадке, джундировские, не подходят. Пришлось искать, ну, нашли там в мастерской, классовские поставили, подошли. Хотя насадка джундировская на самом деле. Почему так сделано, я не знаю. Кому это было удобно сделать. Ну, вон мой напарник еще не загорелся, впереди джиндир идет 2266. Сейчас приближу немного. Ну, как у меня такая же серия комбайна, только он мощнее гораздо. И вот слева Фергизон. Ну, сейчас мы косим тремя комбайнами. В этом году площадь посевных было 2200 гектар. В следующем году еще будет больше. Примерно в этом году еще взяли 600 гектар. Ко всему к этому. Ну, вот как-то вот так вот у нас уборочная, в принципе, подходит к завершению. 3 или 4 дня нам останется примерно на уборку рапса. И осталось 150 гектар пшеницы яровой убрать, и все. И на этом уборка закончится, и начнется у нас сев озимой пшеницы. Посевную озимого рапса я пропустил, не заснял, так только частичное видео. Ну, посевную по этой его пшенице, думаю, сниму гораздо лучше. Буду точно ей участвовать непосредственно. Вот, кстати, проходит. Что приготовленное не без искривлений.
сейчас подъедет перегрузчик. Перегрузка для лица вашего дома. Гусев, Школьная, 11-3-50-11. Останавливаемся. Поднимаем жатку. Отключаем жатку. Включаем маячок проблесковый. Вот трактор на сейфер бизон у нас перегрузчик. Это прицеп перегрузчик флигель. 35 тонн. Зерна у него влезает. Сейчас плохо видно. Темно. Фонарь стоит, светит. Фароискатель. Спасибо за внимание. Подписываемся на мой канал, не забывая. Не забываем ставить лайки, дизлайки. И там будет других много интересных видео. Всем пока.